Крупное ДТП произошло в центре Энгельса. На улице Лесозаводская столкнулись два автомобиля – микроавтобус и легковой Volkswagen. От мощного удара иномарку разорвало на части, а микроавтобус врезался в столб. По одной из версий, вероятным виновником аварии является 34-летний водитель немецкой легковушки. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу. Также медицинская помощь потребовалась и пассажирам микроавтобуса. В момент столкновения в нем находились 8 человек. Одному из них помощь была оказана на месте, еще троих госпитализировали. Как стало известно позже, водителя немецкой иномарки спасти не удалось. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении.